славная тварь. Ну уж нет. Я с этой сукой не поеду. Я даже не... Чанна не поедет. У нас был уговор. В грузовик, оба. Чанна, что ты творишь? Чанна! Чанна, послушай меня хоть раз. Нас впереди ждет верная смерть. А жизнь я тебе спасал не для того, чтобы ты ей рисковала. А. Ах, вот значит как. Ты мой спаситель. Ты придурок. Ладно, если попадешь в беду, даже не думай, дура, не буду тебя спасать. Но все равно же где-то умрем. Лучше там, где ты сдохнешь первым. Я ведь... Чанна. Здесь минное поле кончается. Эта дорога ведет через карьер. Он там, сразу за сломанным экскаватором.
Какая огромная машина. Это что, старый экскаватор? Я был тут, когда его строили. Промышленные 3D-принтеры работали 2 недели кряду. Этот зверь мог горы свернуть. А теперь... Какая трагедия.
Корриган упоминал, что карьер захвачен. Значит, нам надо действовать осторожно? Скорее всего, там сейчас полно мутантов. Сколько себя помню, мы воевали за эту вонючую дыру. Когда мятежники карьер отбили, Корриган решил, что больше не будет тратить на него время. Мы заминировали это поле, чтобы защитить наши фланги.
Путь свободен. Что дальше? Это вход в карьер. Придумай, как открыть ворота. Ладно. Ну, а это что?
Знаю, как открыть ворота. Наконец-то. Якуб, можно ехать. Счастливо оставаться, лохи. Пойдешь через минное поле своими ножками? Получше вашего пути. Весело вам сдохнуть. Вот он, карьер. Я знаю, как нам всем выжить. Нам нужно усилить грузовик. Грузовик? Не трожь. Надо его запечатать. Перхлорат лития даст кислород. Железо с перхлоратом очистит СО2. А можно по-русски? Грузовик превратится в пузырь. И внутри будет безопасно, пока литий выделяет кислород. У нас будет время найти источник сигнала. И откуда взять этот литий? Из моей задницы? У нас запасов нет. Можно без сарказма, а? На Енохе только один источник лития — батареи с земли. Большую часть из них уже разобрали, но в рудники нет доступа уже много лет. Возможно, что-то мы здесь найдем. Короче, будут батареи, сможем выжить. Все лучше и лучше. Вперед!